В данном видео вы услышите следующее. В переговорах Украина-Россия взята техническая пауза. А также не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк, для нас это очень важно. Ну и что, приступим. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что на переговорах Украины с Россией стороны взяли техническую паузу. Об этом он написал в Твиттер. Он уточнил, что пауза взята для дополнительной работы в рабочих подгруппах и для уточнения отдельных определенностей. Переговоры продолжаются. В целом, резюмировал он, сегодня, 14 марта, около 11:00 по Киеву, начался четвертый раунд переговоров Украины и России. На этот раз он проходил в онлайн-формате.